И снова метро, ребята. Сегодня хочется прокатиться именно на метро, потому что, несмотря на то, что обещали, что будет жарко, точнее прохладно наоборот, да? Вчера был последний день жары, сегодня должна быть прохлада. Опять жарко. Либо в машине с кондиционером, либо в метро с ветерком. Станция метро Автово. Самая красивая станция метро в мире. Очень мне нравится, потому что я живу рядом с ней. И вообще в целом у меня ребенок как-то победила в конкурсе экскурсовод, как раз таки рассказывая про станцию метро Автово. И вот я вам сейчас немножко ее покажу, насколько она обалденная. Проходим рамки, дальше идем через турникет, оп, даже не туда прошел, не в ту зашел, такое тоже бывает, когда очень редко передвигаешься подземным транспортом, слева прислонил, справа пытался прорваться, и вот она красота, изумительная. Вот такие сумасшедшие люстры, колонны, вот там дальше сейчас будут фрески. Ой. Ну это же уникальная вообще архитектура. И вот он подъезжает, наш состав. Поехали! Поехали!